16 ноября – Международный день толерантности. Поэтому в преддверии этого знаменательного дня по всей стране проводятся мероприятия, посвященные дружбе, миру и мультикультурализму. Одно из таких прошло в Академии государственного управления при президенте Азербайджанской республики. Главной задачей проведения подобного рода мероприятий является прежде всего укрепление традиций толерантности в Азербайджане. Почему я говорю укрепление? Потому что Азербайджан является одним из толерантных государств мира, является одним из основных центров мультикультурализма. За круглым столом были затронуты такие вопросы, как политическая, культурная, психологическая составляющая азербайджанской модели толерантности. Своим видением поделились и студенты, участвующие в летней школе мультикультурализма 2016 года. Сегодня я выступаю с темой «Азербайджан как модель толерантности». Принимая участие в летней школе мультикультурализма, я увидела, как у нас в стране мирно проживают различные религии и нации. Поэтому сегодня я хочу поделиться с ребятами всем тем, что я увидела во время школы. Обмениваясь своими знаниями, мы помогаем друг другу более глубоко изучить эту тему. Говоря о традициях толерантности в Азербайджане, выступающие отметили, что в стране нет деления граждан по религиозной, расовой или национальной принадлежности. Именно поэтому 2016 год был объявлен годом мультикультурализма в Азербайджане.